Всем привет! И сегодня я снимаю видео о том, что я возьму с собой из еды в Пермь, так как я обещала в видеообращении. Давайте начнем. Я сегодня сходила в магазин Пятерочку, там еще в Фикспрессе что-то купила. И, короче, поехали. Сегодня я хочу быстренько рассказать. Из воды я решила не покупать всякие разные штуки. Лимонады, и я взяла обычный компот. Это моя семья, компот, вишня, яблоко и черешня, процеженный. Мне очень нравится яшняя реклама, и он у меня, не знаю, сколько он мне обошелся, короче, я не брала чек, потому что... Вот. Я сразу буду все убирать в портфель, что мне так, мне кажется, будет очень удобно, то, что я достаю и убираю, да? Так, давайте. У меня будет здесь лежать портфель рядышком. И вот так я отпущу. Следующее я возьму печенье Дуг. Я его очень сильно обожаю. Я люблю все со вкусом сыра. И я нашла тоже печеньки, взяла Дуг со вкусом сыра. Выпечено, а не обжарено, короче. Здесь такой Дуг. Я его тоже очень люблю, мне нравится. Далее я решила взять багет хруст со вкусом бужины и с французской горчицы. Я думаю, то, что я неправильно прочитала, это новинка. Я думаю, то, что я неправильно прочитала, если что, вот здесь, да, читайте. Я думаю, то, что видно. Ну, будем надеяться, конечно, но все видно. Я купила вот такие вот колечки золотые с солью. Я их покупала в Фикспрайсе. Я их уже покупала как-то, и они мне очень сильно понравились, я решила взять их еще. Там были сахаром, но сахаром мне не понравились. Но сахаром... Ну, я не люблю сахаром, я люблю больше всего соль. Следующее. Это вот такие конфетки Немед, карамель. Они очень вкусные, очень вкусные. Они беленькие, и внутри вот этой штучки беленькой, там всякие разные вкусы. Сейчас я скажу, какие здесь вкусы. Здесь я не понимаю, вот это какой-то чужой фигня. Короче, можно попробовать. И далее клубника, апельсин, бананы, яблоки, арбузы. И потом вишня или черешня, не знаю. Я их не различаю. Еще какая-то фиолетовая вот. А, фиолетовая это черешня или вишня. Ну, в общем, они очень вкусные. Я покупала за 50 рублей. Так. Еще осталось немного. Далее я взяла 4 пачки аскорбинок с глюкозой. Я их обожаю. И поставьте лайк, кто, когда покупаете аскорбинки с глюкозой, съедайте целую пачку, а не одну штучку. Это как всегда. У меня, если честно, такое происходит всегда. У меня осталось мелочь еще. Очень много всякой разной мелочи. Сейчас я их уложу в топ и буду кушать. Далее это яблочко. Яблочко. Это кабачок. Далее. Это дирол со вкусом мяты. Вот. Дирол со вкусом ледяной мяты. Или... Да, ледяной мяты. Там была обычная мята, а это ледяная мята. Короче, еще мятней. Далее взяла большой чупа-чупс. Ну, я не знаю, может, я еще что-нибудь возьму с дома, но я не уверена в этом. Вот, здесь апельсин. Это XXL. Здесь. А, это самый вкусный. Здесь, короче, газировка присутствует. Здесь апельсин, газировка, манго и сама жвачка. Это очень вкусно.
Далее я взяла Меллер шоколадный. Темный шоколад. Я не знаю, это молочный шоколад, наверное. Мне бы надеяться, что это молочный. Я его давно не ела, и я решила его взять. Вот. Далее это фрутелла. Вкус от природы. Думаю, все фокусирую, да, вот так сделаю. Далее это ментос с вкусом мяты. Я сейчас расскажу, о чем я беру все со вкусом мяты, потому что, блин, мне кажется, меня не видно. Потому что в автобусе может кружиться голова или приташнивать. А я когда ем мяту, мне встает лучше, из-за этого я набираю столько мяты. Вот. Ментос. И все мне обошлось это где-то в 475 рублей. То есть, это еще Health School. Такой со вкусом арбуза. Он тоже